Мы приехали в Толмачи. Сегодня здесь праздник Калитка в честь карельского пирога. Вы посмотрите, просто вереница людей и машин. Четвертый фестиваль карельского пирога. Мы сегодня здесь и побываем на этом большом празднике. Продемонстрируй. С курицей. Это с кашей я взяла калитку и с яблоком. Твердые. Ну, что ж теперь? Ну, пойдем дальше. Монета на память. Заготовка. Монеточка. Разрешите, четвертый районный фестиваль карельского пирога считать открытым! Какая красавица! Нарядная. Медок. Какая-то как мороз. Да, посмотрим, что это такое красивое. Часы. Смотрите. Какая красивая работа. Очень красивая работа у него. Корзинки тоже красивые. Вот и праздник. Карельская речь. Задорно карельская песня. Лаулая Карелан Кили, Карелан Вирже, он милих. Может, Коргин, город пьяня, лично ума, пайка зэ, нефча зэ, перекрёзэ, и ковшэ, и гюлязэ. Откуда у вас такой красивый пирог? Сами делаем. А откуда вы приехали? Сосновецкое сельское поселение. Тверская область. Да, здесь рядышком тоже. Толмачи недалеко от нас. Сами. 40 минут. Ну молодцы. А это калитка? Да, калитка карельская. Карельская, а с чем она? Катушка. Мы просто были в Финляндии, сравниваем эти. Нет, мы тоже. В Финляндии они делают с рисом. Да, у нас вкуснее получается. С картошечкой, с кашкой у нас очень вкусное. Я тут уже много попробовала. Вкусно. Начинка сама вкусная. За хлеб. Тоже предлагает дегустировать. Я далеко скажу. Хлебушек. Оля, у тебя есть? Красивый, вкусный. Мармелад. Мармелад. Оказывается, здесь две сцены. Сестра делает картину. Ух ты, как здорово. В рамку вплетает. Мастер-классы. Я такой первый раз вижу. А сколько стоит?
100 рублей. С качеством травками мы закончили. В час мы начнем корейскую куклу ванну. А, не, не получи, это нравится. Здорово. Вот такой праздник. Подходите к нам, танцуйте с нами. Первая часть, все заново. И пяточка, носочек, идем. Раз, два, три. Обратно. Пяточка, носочек. Два влево. Два вправо. Один влево, один вправо. Кружимся. Вперед. Назад. На девицу, на молодца. Прыгаем. Вторая часть немножко отличается от первой. И пяточка, носочек, идем. Раз, два, три. Обратно. Пяточка, носочек. Два влево. Прыжки. Трава, конечно, мешает. 3426. Раз. Два. Ничего себе, ну это и не мудрено, сколько нас людей на фестивале, и все, наверное, немножечко голодные. Трава мешает. Ну, после давайте, желанки, детишки. И раз. Два. Прыжки. Только просто так туда не велено пускать. Прежде придется задание выполнять. Задания сложные, но справиться можно. А гости-то в пирогах разбираются? А мы сейчас и проверим. Вот игра. У Карел есть такая пословица. Смотрите, какая принцесса. Калитка требует восьми. Как вы думаете, просто принцесса. Калитка требует восьми. Что? Что? Чего восьми? Восемь защипов. Ах, нет. Интересный вариант. Восемь начинок, вот знают хозяюшка. Восемь начинок? Восемь продуктов. Именно восемь составляющих. Давайте перечислим. Члены жюри. Андрей Александрович Манин. Николай Александрович Туричев. Анна Владимировна Артемьева. И Ольга Борисовна Громова. Жюри у нас самое компетентное, неподкупное. Ну, итоги мы подведем чуть позже, а сейчас просим жюри отведать пирогов. Я
Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Здесь карусель для деток. Прилипли у меня по траве сразу стали. Лицом все смотрю. Что там, сына? Ну, здесь здорово как. Какие у вас костюмы красивые? Да, и мы сами ничего. Да и сами ничего. Я на вас внимание обратила. А вы откуда? Михайловский Карел. Народный ансамбль «Вирш». Все ясно. Вы уже выступали? Сейчас будем. Сейчас будем. Все, отлично. А какие готовятся? Продолжит нашу программу выступление народного фольклорного ансамбля «Виржи». Встречайте! Ля-л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 я
мой звідбуді. Ленці я мій, парами келля. Ей, рулати, 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 рулати. І поддержите нас, пожалуйста. Спасибо.
Давайте, что там? Жень, я тут. Ирина Юрьевна. Ирина Юрьевна. И что? Все собрались туда? Непонятно что. И что там? Эти пляшут, а эти что делают? А сейчас объявляется торжественная церемония разрезания Карельского пирога. Ой, Карельского пирога. Мне кажется, что им будут забирать. Сейчас я посмотрю с той стороны. Какая-то самая большая калитка. Друзья, калитки хватит всем. Калитка большая, Валя, ты видела, видит солнце. Чирование, калитка окунь. Дыну первого окунь. Дыну первого окунь, чирование. Никто ничего не трогает. Калитский язык очень красивый, очень звучный, очень мелодичный. Это именно наш чай. Это наш кусочек калитки. Карту попробовали, нас снимают. А на экран вон отображается. Как все хватают эту калитку. Наверное, и я там была. Позорилась. Там несколько видов. Там наверху сидит там. Наш праздник, посвященный культуре тверских карел, подходит к финалу. Спасибо всем участникам фестиваля, нашим гостям, зрителям. Особенное спасибо организаторам праздника. До новых встреч здесь, в Толмачах. Кайкила, той вот там агыя, тервигюця, тугу амеля, тверин карелах, тойчи, карян пирван, калитка праздникова. Что ж, мы ждем вас здесь в следующем году, а пока наслаждайтесь хорошей музыкой и будьте активными участниками фестиваля карельского пирога «Калитка». Это были Валентина Егорова и Олег Евграфов. Саня для фестиваля «Калитка». Спасибо вам, лучшие зрители. Шури, спасибо, кайкела, кто тулдых праздника. Ожува, тервигюця, армагюця, да кайки хюля элензе. И помните, съев чуть-чуть калитки, да съев калитку, вы становитесь чуть-чуть карелами. Всем до новых встреч. Спасибо. Во что, чем мы увидимся в следующем году.